В Одессе почтили память погибших сотрудников СБУ. В торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Службы безопасности Украины, приняли участие как сами работники спецслужбы, так и руководство региона. В сопровождении роты почетного караула они возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам СБУ на территории санатория Одесса. Как сообщил глава регионального управления Сергей Батраков, всего с начала АТО в боевых условиях погибли 19 человек из Службы безопасности Украины. Мы считаем своим долгом, что в этот день мы не должны праздновать и говорить о своих каких-то достижениях. Мы должны прежде всего отдать честь тем сотрудникам, которые за последние 3 года отдали свою жизнь на Востоке, и тем сотрудникам, которые 25 лет честно служили и погибли, выполняя свой долг. На сегодняшний день хотел бы висловити слова великої подяки від всіх нас, особливо тим співробітникам Служби безпеки України, які віч-навіч знаходяться з агресором в районі проведення антитерористичної операції. Особливо подяку підрозділам розвідки, контррозвідки, боротьби з організованою злочинністю.